Катя. Наша Катя в новом платье. Посмотрите, что у нас получилось в стиле Дольче и Габбана. Вот такая небольшая рыбка к низу. Повернись, Катенька. У нее совершенно замечательная куплена ткань, тяжелая, как мы любим. Очень хорошая такая вот вискоза, немножко стретчевый эффект. Вот, вот что у нас получилось. Спасибо, Катюша, любуйся на себя. Смотрите, девочки, это вот поближе показываю нашу Катю. Это обыкновенная базовая конструкция. Когда у нас нагрудная выточка переведена в бок, талиевая выточка вот там, где у нас есть ямка. И посмотрите, мы сохранили нашу пройму. Приподними ручку, Кать. Как есть, да, опускай ручку. Мы ее просто переоформили вот именно так, как вы видите здесь. Половинка плеча, и дальше пошел наклон. И прямые уголочки вот здесь вот по плечевому шовчику. Вот, вот так вот показываю. Поворачивайся спинкой. Сзади повторили то же самое. Видите, как сидит хорошо. Но вот то, что мы видим здесь, вот это напряжение, допустим, мы будем прошивать за ниточку в этой части, чтобы вот этого напряжения все-таки не было. И сзади у нас будет обыкновенный, ну, молния будет у нас сюда вшиваться. Все. То есть мы имеем базу. Потом мы отрезали, поворачивайся передом, Кать. Мы отрезали в нужном нам месте нашу выкройку и сделали небольшую лучевую раздвижку, совсем небольшую, буквально по бокам сантиметров по 5 с каждой стороны, и по одному лучику сделали посерединке, и получилась вот такая вот небольшая рыбка. А боковые швы немножко к этому месту мы заужали на 1,5 сантиметра, где-то чуть ниже линии бедер мы оформили заужение, поэтому получился вот такой силуэт. Ну и вырез мы, конечно, скопировали, нам все очень нравится.